Владение информацией – это первый важный шаг в защите от эпидемиологических инфекций, убеждена активная молодежь города над Бугом. Вооружившись буклетами, брестские активисты вышли на центральную улицу областного центра, улицу Советскую. О том, какую угрозу для здоровья человека несет эта глобальная эпидемия, а также о всевозможных методах, правилах профилактики и предупреждения ВИЧ и СПИДа, рассказывали всем прохожим в первый день зимы юноши и девушки Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята, волонтеры, доброе сердце Союза молодежи распространяет информацию о вреде этой болезни, информирует население. У нас ребят разделились на несколько групп, принимают участие, именно информируют население, раздают буклеты. Стоп СПИД – акция ежегодная, ее символ – красная ленточка. Ни одно мероприятие в этой области не обходится без нее. В ходе акции из десятков зажженных лампад брестскими волонтерами была выложена композиция, изображающая красную ленту. Она знаменует толерантное отношение к людям, больных страшным недугом. Призыв инициативы ребят быть социально терпимыми. Молодежь очень активна в наше время. Мы очень много информированы сейчас, но не о том, о чем нужно. И поэтому я считаю, что нужно как можно больше узнавать о том, что происходит вокруг с нами, потому что очень многие люди считают, что СПИД это не коснется их никогда. Это повседневная жизнь всегда рядом с нами. Передается через кровь, через другие половые пути также. И поэтому молодежь должна быть информирована о том, как это передается и как можно защитить себя от этой инфекции. ВИЧ остается одной из основных глобальных проблем человечества. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия унесла около 40 миллионов жизней. Наши люди просто не приспособлены поодиночке с этим бороться. Больше тут нечего, в принципе, добавить. Вы считаете, что нужно проводить? Конечно, нужно. Это будет мотивировать, агитировать массы. Информированность о СПИДе – это важная составляющая гарантия нашей безопасности. В случае необходимости познакомиться с информацией на эту тему в более полном объеме, пройти тестирование на ВИЧ можно, обратившись в отдел профилактики ВИЧ-инфекции, в Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в поликлинику по месту жительства. Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Результат будет известен в течение нескольких дней.